Так, ну что ж, у нас продолжаются движения. Сегодня у нас вот такой вот шоколаднейший Кадиллак 65-го года. Я сейчас нахожусь где-то под Сан-Франциско. Вот такая вот у нас тут техника. Вот, все прям влезло. Я переживал, что на этот прицеп Кадиллак может не влезть. А оказывается, влез, смотри-ка. Четко-четко, тютелька в тютельку. Еще он такой кабрик. Продолжаем автомобильное изыскание. Ну что, олененок, пора и нам в дорогу. Прикольный домик, прикольный городок, прикольный чувак с прикольными машинами. И Кадиллак, конечно, прямо очень классный. Я давненько не встречал, чтобы... Есть, конечно, нюансики, но вот чтобы хром был в таком состоянии. Прям машина из-под дедушки, это прям видно.